Привет, я Диана. А я Рома. И мы на канале Дистори. Ребят, мы для себя открываем новый формат. Он будет называться «Вызов для Дистори», где мы будем принимать самые интересные вызовы от вас. Но есть одно условие. Сначала вы должны выполнить этот вызов сами и снять его на видео и отправить нам. И каждую неделю мы будем выбирать самые интересные вызовы и выполнять их. Самые интересные вызовы будут попадать в наше видео. А сейчас мы покажем, как это будет выглядеть. Привет, Диана и Рома. Я Вика с канала Вика и Живика. И я кидаю вам вызов. Вызов звучит так. Спойте с полным ртом воды отрывок ваших песен, как это сейчас сделаю я. Надеюсь, вы догадались, что это была за песня. Вызов принят! Между нами тает лед, саду никто не найдет. Мы уходим в первый класс, испытатели, помните нас. Свои вызовы кидайте в комментарии под нашим видео. А чтобы мы их нашли, пишите в комментариях хэштег «Вызов для Дистори». И ссылку на свое видео. Итого, у нас уже три формата на нашем канале. Первый – это пародии на песни. Ведь этот год провожаем мы все вместе. Скоро будет новый, обещаем, интерес. Девочки, мальчики, вы посмотрите на нас опять. Здоров, я Дриф. Что бабушка, что Марьяна? Да, я сам удивлен. Марьяну перепели дети. Сейчас топ комменты вызов, и мы начнем, окей? Я люблю тебя так сильно, что не передать словами. Я люблю тебя так сильно, что не передать словами. Хочешь видео? Тыкни лайк и напиши комментарий. Вот и все. А также подпишись в мой ВК и Инстаграм. Ну и все, мы начинаем. И третий — ваши вызовы. А теперь мы начинаем видео «Вопрос-ответ». Приятного просмотра. А теперь мы не надо говорить. Где вы живете? В России. Городе Ижевск.
А сколько вам лет? Мне 7, а мне 8. Как вы учитесь в школе? Я хорошо. И я хорошо. Вы хорошо. Ага. Какие каналы вы смотрите? Я смотрю Ксения Евчик, Мисс Николь и Леди Диану. Я смотрю Леди Диану и всякие разные песни. Ваше любимое время года? У меня все. У меня лето. Почему не зовут тебя день рождения летом? Не летом, а зимой. Мне просто нравится все. Летом. Какими видами спорта вы занимаетесь? Художественная гимнастика. Брейк-данс. Но я люблю рисовать еще. Я люблю рисовать всякие, ну не знаю, всякие цветки. Вы родные, брат и сестра? Нет. Нет. Двоюродные. Это так жалко. Придумывает идеи для видео? Вика. Я. Вика. Вика. Кем вы хотите стать, когда вырастете? Тренером по гимнастике. Химика. Потому что я думаю, что химик это мое. А я думаю, что просто я занимаюсь спортом, и это была моя мечта. Читаете ли вы комментарии? Да. Я читаю все вот. Ну, некоторые какие пишут плохо, да. С матом. Бывают такие. Не материтесь, ребят, в комментариях и не пишите всякие плохие слова про нас. Гадости. Пожалуйста. Мы вас развлекаем. Простите, что мы не передаем приветы, потому что вас очень-очень много. Мы не сможем всем сразу же на одном клипе передать. Так что мы всем передаем привет, которые всегда просят нас. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там очень интересно. Там будет большой список топовых каналов, на которые мы будем делать пародии. И, кстати, там можно еще будет выбирать нам всякие разные песни. И мы будем их перепевать. Чем оригинальный вызов, тем больше будет шансов, что он попадет в наше видео. Пока-пока!